Салам алейкум, кардаш. Ну, мир возможен в регионе, мне кажется, только по условиям Турции и Азербайджана, потому что Армения является проигравшей стороной в войне, и Армения будет вынуждена идти на довольно-таки серьезные уступки, как минимум в армяно-турецком процессе, потому что все-таки в армяно-азербайджанском процессе есть также более серьезный фактор России, чем в армяно-турецком процессе, у которой есть свои интересы, и некоторые интересы России совпадают также с армянскими интересами, поэтому тут процесс, наверное, идет более сбалансированно. В армяно-турецком процессе, понятно, хотя об этом не объявляется пока, что у Турции есть определенные условия, которые должны выполняться Арменией. И эти условия, к сожалению, тесно связаны именно с армяно-азербайджанским треком, процессом. О каких условиях идет речь, если возможно? Об этом даже заявлялось. Одно условие – это, конечно, предоставление коридора в том понимании, в котором это понимают в Баку, то есть без армянского присутствия на этом самом коридоре. Второе условие – это, конечно, признание территориальной целостности Азербайджана методом подписания какого-либо договора, предположительно в конце процесса делимитации, демаркации. От выполнения вот этих самых условий, мне кажется, будет зависеть и прогресс в армяно-турецком. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.